Программа «Учитель для России» – это программа, которая стартанула сейчас первый раз. Собственно, первый год она началась. И это очень хорошая возможность для тех ребят, которые пошли работать в школу первый раз с 1 сентября, получить не только материальную поддержку ежемесячную, но и очень хорошую возможность для консультаций и для улучшения своих навыков педагогических для работы с детьми. Это действительно очень интенсивный, весьма эффективный курс, который помогает все те проблемы, с которыми сталкивается молодой учитель, достаточно эффективно освоить и решать. Хорошо, что Сбербанк участвует в этой программе, он в это вложился и финансово, и репутационно. И сейчас пока в программе нет выпускников педагогических вузов, но, возможно, они появятся в следующем году. И тогда и для выпускников педагогических вузов будет возможность, пойдя работать в школу, не только получать поддержку от нашего вуза, который всегда будет поддерживать своих выпускников, но и от широкого спектра разных экспертов, специалистов в разных областях образования, в юриспруденции, в законодательной области, в методике, ряд разных конкретных практиков, которые помогут быстро найти ответы на те очень сложные вопросы, с которыми сталкивается молодой учитель. Это и дисциплина, и ведение школьной документации, и вовлечение всех детей, которые волей-неволей иногда выпадают из учебного процесса, и масса других сложных вопросов, с которыми сталкиваются молодые учителя. Поэтому, мне кажется, участие в этой программе действительно очень полезно.